С 1 июня выходит наш продукт Dexmo PLM. Это веб-система, которая помогает предприятиям, инжиниринговым компаниям, небольшим, молодым, растущим компаниям выполнять свои основные бизнес-процессы, а именно проектирование производства, лучше. То есть позволяет проектировать в команде быстрее, позволяет понимать, что, когда, в каком объеме и под какие заказы нужно закупать, у кого, когда и где нужно производить, и что делать, если пойдет не так что-то. Это система, которая позволяет, кроме обеспечения внутренней эффективности предприятий, обеспечить еще и взаимодействие компаний. То есть она позволяет компаниям обмениваться информацией о компонентах. То есть одни компании, поставщики компонентов или производители, могут размещать информацию о своих компонентах на общедоступном портале Dexmo. Соответственно, другие компании могут применять эти компоненты у себя быстро, эффективно, и таким образом исключить какие-то поиски, ручные обработки вот этой информации. То есть это очень выгодно для обоих сторон, для тех, кто размещает, и для тех, кто потребляет. Кроме компонентов, можно размещать информацию о том, какие услуги я могу оказывать, и, соответственно, каких подрядчиков, каких специализаций мне интересно привлекать. Вот в двух словах, зачем эта система. Эта система сделана по принципу «все в одном». То есть она избавляет вот эти небольшие предприятия от необходимости покупать системы класса PDM, MRP и ERP по отдельности и затем интегрировать их. И в связи с этим она позволяет еще избавиться от инвестиций вообще как таковых в IT вот этим предприятиям и сосредоточиться на основных бизнес-процессах. Что это значит? Это значит, я не трачу время на закупки техники, как серверов, так и персоналок. Я не трачу время на налаживание у меня там каких-то системных вещей, связанных там с безопасностью, с производительностью и так далее. Я не трачу деньги на покупку традиционных лицензий ПО, которые в нашей сфере там PLM, MRP и ERP довольно дороги, как правило. И я не трачу времени, денег и, так скажем, квалификации своих людей на внедрение этих систем, интеграцию их между собой. То есть я могу сосредоточиться на своих основных бизнес-процессах и арендовать фактически столько ПО, столько софта, сколько мне нужно под мои заказы, которые, если я небольшое предприятие, они, скорее всего, изменяются во времени. То есть сегодня объем заказов один, завтра другой, послезавтра третий. И потребности, соответственно, сегодня одни, завтра другие, послезавтра третий. Это потребности и в ресурсах инженерных, и в производственных, и в том числе и в IT-ресурсах. То есть Dexmo позволяет потреблять ровно столько IT, сколько нужно в данный момент времени. Вот в целом и все о нашей системе. Заходите на dexmoplm.com, получайте необходимую информацию, спрашивайте, если что-то непонятно, регистрируйтесь на общедоступном портале, участвуйте во взаимодействии и пользуйтесь системой. Надеюсь, она даст пользу тем, о ком я сейчас рассказал. Новое поколение компаний – это новое поколение людей. Я, когда знакомлюсь с ними, я, в общем-то, с радостью для себя отмечаю, что они очень похожи на нас, на меня. Это довольно современные ребята, которые, слава богу, не зашорены традиционными подходами эпохи индустриализации 50-х, 60-х годов, может быть, даже еще раньше.
Я думаю, что они нисколько не ориентированы на то, чтобы соблюсти именно какие-то нормы и традиции. Они здраво оценивают требования по эффективности, по тому, что эффективно, а что неэффективно. Если неэффективно использовать ГОСТы в области подготовки производства, например, они их не используют, и это их дело, они в этом правы. Вот даже по нашим откликам, по нашим пользователям, довольно много вот уже таких ребят, таких компаний, которые вот смотрят с позиции эффективности и скорости, а не с позиции, значит, соответствия каким-то, ну, вот формальным нормативам.